30 мая 2024 года. Рой. Это Золотой Вовки Рой. Отводок. Отводок райнулся. Маленький райок из отводка. Тридцатое мая 2024 год. Вот и шестой сразу райнулся после отводка. А у меня там рой висит, побегу менять привои. Так, этих стряхнул на новую рамку с печатным расходом. А этот улей сюда переставил. Пускай заходит. Пойду ловить теперь вон тех. Большой рой, первачок. Thank you.
Такое еще. Хорошо. И лишь бы ветка выдержала. 10 килограмма 3. Значит, сейчас мы вот этот большой улей подсилим, а этих в ловушку стряхнем. Вот в этот улей, там они на трех рамках. Thank you.
Пока пчелы заходят, у меня еще вот третья роза сегодня. Вот из этой 19, которую вчера представлял. Вот с этого места. И опять роение. Когда вы успокоитесь. Перестану кулик не работает. Отводки не работают на старую матку. Сейчас будем опять ловить. А эти пускай пока заходят.
Видите, пускай заходят. А сюда сейчас тряхнем, которые из 19-го сейчас только вылетели. Вот такой райок. Небольшой. На килограмм сидит. Вот этот райок на килограммчик из 19-го заселили 25-ю ловушку. Потом подсилили первую удочку. Заселили вот эту ловушку. Здесь стояла вот эта, мы ее переставили. Потом подсилили третью удочку. И рой стряхнули вот сюда. Было 4 роя. Из 19-го вышло 2 роя. Маленьких. По килограммчику. Вот из этого. 2 роя вышло. Расширяемся потихоньку. Так, ждем дальше.